Новосибирец год прожил с медицинской салфеткой в кишечнике после операции. Инородное тело дискомфорта не доставляло, а на днях вышло естественным путем и, разумеется, шокировало пациента. Сейчас полуметровый кусок материи он упаковал в пластиковый пакет и хранит на балконе. Какие процедуры ему делали год назад, не помнит. Со слов мужчины, в больнице выдвинули версию, что в реанимации больному проталкивали салфетку, достаточно длинную, в горло. И в какой-то момент он ее просто проглотил. Претензии медики не принимают, говорят, никто же не умер.